А то, что вы увидите сейчас, даст вам примерную картину масштабов того, чем может быть Земля. Спекуляций и идей касательно того, что же это все-таки такое, тут может быть множество. Просто посмотрите и ощутите масштаб тех, кто это делал. Те, кто верит в шар, склеенный из протоплазменного облака силами гравитации, прошу не беспокоиться. Так вот, это еще было на Google Земле в 2015 году, по ошибке или неусмотрению со стороны контролирующих органов. Но сейчас этого нет. На месте того, что было в 2015 году, сейчас обычная склейка. И я прошу вас, не пишите в комментариях, что это всего-навсего склейка полосок. Сейчас, да, это склейка. В 2015 году там было знание, на месте которого сейчас просто склейка. Наслаждайтесь.